Маслей мы знакомы уже 1,5 года. Первый раз обратились к нам на прием, была травма центрального зуба и скол в пределах эмали. Мы зуб восстановили пломбировочным материалом, кто-то, видимо, игрался. И Лея Слова у нас на приеме, чтобы мы снова зуб сделали красивым. И открой, пожалуйста, ротик. А, клубничка. Так, мы сейчас сначала с тобой все почистим. Как широко, широко. Давай сейчас вкусной пастой почистим зуб с тобой. Лея у нас пока ехала к нам, поела сушеной клубники. Вот мы сейчас зернышки. И сушеную грушу. И сушеную грушу, да. Они же очень вкусные. Поэтому нам надо зернышки сейчас из зубов убрать. Сейчас будем загадывать желание. Ты готовишься? Только про себя, какое-нибудь очень-очень секретное. Загадывай, загадывай желание секретное. Зубы можно будет кусать? И грушу, и малину, и клубнику. Еще, Лей, загадываем желание. Снова волшебная лампа у нас. Мы сейчас будем наши блестки полировать, чтобы они у нас блестели. Котик, пошире чуть-чуть. Теперь берем золотую щетку, чтобы прям вообще блестело. Давай, тут еще надо клубнику чуть-чуть почистить. Давай. Давай. Широко-широко, как львенок. Ты такая молодец. Мы с мамой вообще прям в восторге. Надо срочно приз брать. Давай мы выберем подарок. Да, можно нам Лее приз, потому что она сегодня такая молодец. О, пломба на месте. Ну, да, как обычно следим. Да. Чайка, пожалуйста, не пить, не есть. Щетку надо будет поменять сегодня на новую. Вот, и я вас буду ждать через 3 месяца. Обычно, но это как можно увидеть, потому что нет. Можно просто обычную базовую, и уже насадки вы потом будете менять. А с Леей мы работали без кафердама. Это такой как компромиссный вариант, потому что Лею я знаю давно. И если бы мы начинали все это с лечения с кафердамом, то лечение просто могло не состояться. Поэтому у нас в приоритете было восстановить зуб пломбировочным материалом. Это как вариант решения данной проблемы.